В Казани открывается фестиваль имени Рахманинова «Белая сирень». Фестиваль ежегодно проводится Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. 15 лучших дизайн-бюро России поборются за право создания фирменного стиля казанского зоопарка. Всего в конкурсе приняли участие 75 команд из 18 городов страны. Среди финалистов – студия Артемия Лебедева. 27 мая в Управлении инновационного развития КФУ состоится подведение итогов первого конкурса студенческих социально-предпринимательских проектов 2016. Победителям будут вручены дипломы и планшеты. Казанцев просят не обращать внимания на упавших птенцов. Рядом с птенцами, покинувшими гнездо, дежурят родители. Они продолжают заботиться о птенцах, сообщает Управление по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан. В Набережных Челнах впервые за 20 лет чемпионом студенческой лиги КВН стала женская команда. Победу одержала команда «Марат» из Набережно-Челнинского государственного педагогического университета. В Казани начались съемки документального фильма «Олег Лундстром. Культурный код». В этом году Россия отмечает 100 лет со дня рождения легендарного джазмена. На базе РКБ откроется базовая кафедра колледжа КНИТУ по биомедицинским аппаратам. Студенты будут здесь проходить практику в сфере биомедицинской инженерии. В Казани стартует юбилейная конференция IT and Security Forum. В рамках юбилейного форума впервые пройдет конференция для государственных структур, одним из организаторов которой выступил КФУ. В дагестанском селе Нижний Чурюрт увековечили память известного хирурга Александра Вишневского, который учился на медицинском факультете Казанского университета. Вишневский известен не только тем, что создал до сих пор применяемую мазь, но и стоял у истоков создания Казанской школы факультетской хирургии.